И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик Война, шестой ход И все самое интересное у нас уже только и только начинается Санты выходят вперед уже как минимум на 13 очков, они впереди И что касаемо сегодняшней минуты, вот прямо сейчас, что я вижу по карте Это то, что Санты могут еще и упрочить свое лидерство в этой войне И на момент записи видеоролика, это где-то час дня по московскому времени, я могу сказать, что еще большое количество зон уйдет в их распоряжение. Конечно, сегодня я буду следить за всем этим делом, как оно все дело будет меняться. Сегодня я, как всегда, расскажу, куда стоит атаковать, что лучше дефать. Но уже прямо сейчас можно видеть то, что Санты потихоньку начинают доминировать. За счет чего же это все происходит? Почему? Усант получается захватывать такое большое количество территорий. Наверное, за счет того, что сейчас данная фракция делает более грамотные ходы. И я отлично понимаю то, что большинство игроков отлично шарит то, что можно даже отдавая центральные зоны забирать кучу других вражеских зон. И как мы видим сейчас на карте, эльфы контролируют две центральных зоны по 5 очков. И снеговики контролируют одну зону. По 5 очков, но при этом данные две фракции уже как минимум лидеру Санте проигрывают 13 очков войны. Это довольно хорошее, солидное преимущество. И расскажу уже вам в чем вся фишка. Большое количество голосов э, отдается данными фракциями именно за эти две зоны. То есть эльфы за две зоны, центральная зона и долина отдают голоса. А снеговики, соответственно, дают за кунгур. Как вы вот можете видеть, довольно большое количество звезд здесь уходит. Но если не говорить про эльфов, то вот э, снеговики уже по тихой грусти. 8000 голосов за звезд. Э, вернее, звезды, я имею в виду, уже на деф отдали данной зоне. Ну и это правильно, по сути если ты уже начал контролировать эту, этот важный участок своей территории в данной войне, то ее стоит уже придерживаться. Но за счет этого у Санд получается отжимать другие последующие зоны. И сейчас, как вы видите, как и вчера, все прилегающие позиции, за исключением, наверное, таки вот здесь может поуходить у них территории, которые будут забирать снеговики. Хотя они, если честно, не являются такими ключевыми, но сегодня по ходу дня это еще все может поменяться. Но вот что касаемо дальнейшей атаки, то вы видите то, что снеговики все эти прилежащие зоны сейчас уже по сути, могут контролировать, потому что большое количество голосов уже превосходит противника, и просто-напросто фракции не успевают дефать такое большое количество территорий. Довольно грамотно отдаются голоса со стороны Санты, это значит, что игроки, которые заходят на войну, они не просто так делают ходы по типу дефа столицы, да, хоть тут полторы тысячи очков, это, вернее, звезд, это очень мало, и это хорошо, что не так много игроков отдают какие-то глупые голоса на деф, потому что контроля Зон за 3 очка у Санд сейчас самое большое. И, как вы видите, из, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Из 12 зон, если я не ошибаюсь, если я правильно посчитал, 8, да, вроде как 12. У Санд этих зон по 3 очка уже сейчас имеется 7. У эльфов 3, у снеговиков 2. И вы понимаете, что потихоньку Санты начинают набирать обороты. И если сегодня, если завтра и послезавтра они продолжат так же топить, то грубо говоря, если я надеюсь вы курсор видите, то зона Сант уже будет где-то вот здесь вот. И даже при том раскладе, то, что центральные зоны будут контролироваться другими фракциями, это очень солидное преимущество, за счет которого в дальнейшем Санты могут просто-напросто выиграть эту войну. Ну ладно, давайте уже будем потихоньку переходить к ходам, которые я для себя сегодня подготовил. Сразу же буду обосновать почему за все три фракции. Все это дело мы пройдемся. Начинаем сегодня с Сант. Что касаемо атаки, я выигр выбрал... Атаку на Рио сейчас э, имеется небольшое преимущество уже у моей фракции, но я считаю, что было бы неплохо, если бы я бы помог, потому что это довольно-таки правильная зона для атаки со стороны Санд. Ты забираешь еще одну трехочковую зону. Да, это, конечно, это не Долина, это, вернее, это не Зона, не Кунгур, да, на которую я мог бы пойти, пятиочковые зоны, но отлично понимаю, что это те две зоны, которые фракции что эльфы, что снеговики будут дефить максимально. И это тот самый момент, когда я просто-напросто могу забрать трехочковую зону и прибавить своей фракции еще три очка. Это довольно-таки неплохо. И в плане... В, в, в плане именно с точки зрения тактики, это довольно-таки неплохой ход, и на это время я с уверенностью вам могу сказать, что лучше зоны для атаки у Санд просто нет. Нет смысла атаковать одноочковые зоны, хотя в принципе Имеются такие позиции, как вот, например Бумбокс и Чернобыль Хоть этой зоны по одному очку Но я надеюсь, что наши фракции их заберут Потому что, ну, нельзя отдавать такие территории Противнику Потому что чересчур проблематично Может произойти все дальше То есть, если, например, отдадутся потом Дуэли Магадан, там уже ближе к столице И за счет этого можно потом Свой радиус атаки Немножко в другую сторону поменять И за счет этого Могут что-то поиметь снеговики. Поэтому сегодня я надеюсь, что наши фракции задефают эти зоны. Ну а я в свою очередь пойду в атаку именно таки за Сант на Рио. Ну а что касаемо дефа, то я отдаю предпочтение Берлину точку тоже за 3 очка. Я считаю, что ее стоит задефать, потому что прилежащие другие точки по 3 очка, то есть Атра, там, Берлин, о, Берлин я имею в виду, я и буду дефать, Иран, который я дефал вчера, Данные все территории по 3 очка довольно стабильно дефаются нашей фракцией. Вот мне только немножко поразило то, что на каньоне такое маленькое количество звезд. Хотя вот на том же Кельне целых 5000 за деф отдали наша фракция. Ну, как-то очень странно, почему на каньоне так мало. Но ну, благо там снеговики пока на нее не атакуют, но я думаю, что по мере возможности все равно наша фракция, я имею в виду именно снег... э, именно Сан, будут дефать эту зону. Ну а я отдаю свое предпочтение на атаку Рио и на деф именно такие Берлинчика, который сейчас находится, ну, не в самой лучшей позиции. И данную территорию я более чем уверен, не стоит отдавать сейчас эльфов, эльфам, и ее нужно. Благополучно дефать. Что касаемо дальше наших ходов, это у нас получаются снеговики. Снеговики имеют сейчас, ну, не самые лучшие моменты и показатели в войне. И я такой приоритет отдал, что атака уходит на зону в 3 очка, вернее не в 3, а в 5, на долину, центральная зона. И что может спасти сейчас снеговиков? Это отжатие самых главных территорий, при том, что борьба за нее уже идет, хоть и проигрывает сейчас фракция не такое большое количество очков, но все-таки за снеговиков я даю предпочтение именно данной территории. Если уж не проигрывать, продолжать борьбу, то данная территория все же является ключевой и снеговики должны делать сейчас правильные ходы. Поэтому отдаю приоритет долине. Что касаемо дефа, это трехочковая зона, которая почему-то слабо дефается снеговиками. Я не знаю, на что ребята отдают приоритеты по своему дефу, но все прилежащие точки просто в наглую будут забираться противникам. Возможно, сейчас данная фракция не так много делает голосов. Возможно, еще не все ребята пришли, например, там домой с работы, со школы, с учебы и не проголосовали, но пока все выглядит довольно-таки плачевно для данной фракции. И Возможно, у ребят просто разбегаются глаза и не знают, что делать за данную фракцию, куда атаковать, что дефать. Главное, конечно, не дефать столицу, потому что ну, это будет вообще просто печально, пока до нее никто не дошел. И это довольно-таки ну, глупое решение, наверное, в какой-то степени. Поэтому деф я отдаю за навал. Надеюсь, что его сумеют э, снеговики задефать. Ну и побороться за вторую центральную точку, что. Может быть получится, может не получится, но на данный период времени это более, наверное, весомая и значимая точка для данной фракции, поэтому мой приоритет уходит именно в эту пользу и в эту сторону. Что касаемо последней моей фракции, это эльфы, то здесь на все тот же... На всю ту же долину, да, на ту же 5-очковую позицию я отдаю приоритет по дефу, потому что, ну, в какой-то степени стоит задефать. Все-таки эльфам, если они хотят выигрывать, если они хотят контролировать эту зону, то, конечно, ее надо дефать. Поэтому здесь будет у меня за одну фракцию атака на нее, за другую фракцию деф за нее. Но понятное дело, что мои там очки не так сильно роляют. Я. Делаю это исключительно для того, чтобы все те ребята, которые, например, играют за эльфов или за снеговиков, делали правильные ходы. Ну а кто там уже поборется за нее, это уже, как говорится, не мне судить. Все решится явно большим количеством голосов, а не только моим. Ну а я вам могу лишь сказать свою точку зрения. И на данный период времени я считаю, что для снеговиков и для эльфов данная зона является довольно-таки ключевой. И, по сути, если они хотят продолжать борьбу за победу в этой войне, то ее нужно сейчас либо одним, либо другим контролировать. Поэтому, кто будет контролить эту пятиочковую позицию, тот и будет в более лучших, наверное, состоянии, в более лучшем моментике на данный период времени, именно в данной войне. Что касаемо атаки, атаку я выбрал на Парму. Почему именно Парма? Позиция, которая немножко является значимой, наверное, таки для эльфов. И если ее сейчас забрать, можно упрочить выдвижение противника на тоже, например, хотя если Рио там отдастся под Сантом. Короче, трехочковая позиция, все просто. Трехочковая позиция, ее стоит проконтролировать. Что касаемо атаки на Кунгуры, ну, там чересчур большой перевес, поэтому Новал, или Парма... В парме, наверное, будет больше усилий потом приложено со стороны снеговиков за деф. И поэтому я думаю, что данная позиция будет более правильной со стороны Атаки именно фракции Эльфы. Ну, что я могу вам сказать еще дополнительно, друзья? Это, наверное, одни из самых интересных ходов. Вчера произошло что-то невероятное, но имею в виду уже сегодня, потому что сегодня у нас обновилась вся эта ситуация, закончился пятый ход, и я в какой-то степени даже поражен. Вчера вечером я подсчитывал очки. И по моим подсчетам у Сан должно было быть всего лишь 40 очков, а эльфы не должны были терять вообще ничего. Ну а что я вижу в данный момент? Я вижу то, что эльфы со вчерашнего дня потеряли целых 5 очков, снеговики потеряли 7, а Санты в свою очередь плюсанули, если я не ошибаюсь, около 13. Это довольно весомый показатель при том раскладе, то что данная фракция не потеряла ну вернее не забрала ни одной центральной точки. То есть те точки, которые являются по 5 очков, которые якобы являются самыми ключевыми позициями в данной войне, Санты не забрали ни одну ее, но зато за счет того, что по всем флангам сумели ребята проконтролировать какие-то позиции, либо же забрать себе новые, да, они дали только всего лишь две, две зоны по одному очку снеговикам и по сути, сейчас в этом ходу они их смогут обратно забрать и ничего не потерять в этом. Конечно, не стоит недооценивать противника и нужно проконтролировать ту же дуэль, ту же губаху, потому что здесь довольно жесткая борьба происходит. Там уже будет открыта дорога на столицу, поэтому данной территории нужно задефать Сантом. Я надеюсь, что ребята сумеют это сделать, потому что большое количество игроков акцентирует внимание именно на данных зонах, и я думаю, что они сумеют ее проконтролировать. Но что касаемо других фракций, я, честно говоря, немножко даже поражен с того, как голосуют ребята и что происходит с ними, но пока Санты выглядят реально крутым сплоченным коллективом, которые делают реально грамотные ходы, и с такими успехами и это определенная заявочка на победу, я бы сказал, бы так. И будем следить, как будет продолжаться сегодняшний ход войны. Я думаю, что на стримах также мы сегодня откроем карту, проконтролируем всю эту ситуацию, посмотрим, как у нас будет уже под конец данного дня все меняться. Возможно, тогда я уже тоже какие-то свои советы, может, дам тем ребятам, которые еще не проголосуют. Ну а у меня получился вот такой вот обзор сегодняшнего дня. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте то, что в описании имеется ссылочка на Discord где имеются чаты с каждой фракцией. Вы можете перейти, пообщаться, найти себе новых друзей. Возможно, вместе со своей фракцией в том чате обсудить какие-то вещи по ходу данной войны. Возможно, поиграть вместе, провести неплохо время, найти себе новых друзей. Ну и также в описании есть ссылочка на группу ВК, где, если вы что-то не, поняли, не поняли из данного видеоролика, за какую зону я буду голосовать, там уже наглядно отмечены точки, на которые я атакую, какие я дефую, за какую определенную фракцию. И вроде бы все. Вроде бы все. Спасибо, друзья, всем, кто поддерживает данные видеоролики. Я, безусловно, буду продолжать их записывать, если вы будете это все дело поддерживать. Поэтому, если вам не сложно, если вы досмотрели до данного момента данный видеоролик, обязательно не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал, если вы еще не подписаны просто возьмите и сделайте данную красную кнопочку серой, и мне будет безумно приятно. Если вы это дело сделаете. Ну а с вами был мистер Ванька. Спасибо, ребят, всем за просмотр данного видеоролика. Всем удачи и всем пока.